Первое после каникул заседание регионального парламента стало внеплановым. Депутаты решили важнейшие вопросы, связанные с рекордным профицитом бюджета округа в этом году в 24 миллиарда рублей. Расходы составили почти 9,5 миллиардов, поэтому было необходимо распределить финансовые потоки по тем сферам, где особо нужны вливания дополнительных средств. Например, по программе сотрудничества более 2 миллиардов рублей направят на поддержку тем гражданам, кто нуждается в улучшении жилищных условий – молодым семьям, детям, сиротам, представителям коренных и малочисленных народов Севера. Почти 2,5 миллиарда рублей выделено на закупку медицинского оборудования, 2 миллиарда – на выкуп жилья для решения вопроса с аварийными домами. Если говорить об основных направлениях расходования, дополнительных расходов, то, во-первых, конечно, мы выполняем все указы президента по повышению заработной платы, по сохранению ее уровня, и на этой цели направлено несколько миллиардов, как в здравоохранении, в образовании, в учреждениях физической культуры и спорта, в других отраслях бюджетной сферы. Решения по подготовленным экономическим отчетам были приняты парламентариями единогласно. В повестке самого короткого по времени заседания подняли и вопрос изменения организации транспортной системы. Эти изменения касаются оборудования всего автомобильного транспорта системы ГЛОНАСС. Значит, эта программа реализуется достаточно давно на территории не только автономного округа, в принципе, всей страны. Наше выступление касалось все-таки работы, связанные с единым билетом, сквозным билетом, так называемым, на все виды же транспорта для перемещения жителей, чтобы он имел возможность со скидками приобрести полный маршрут от точки А в точку Б, значит, включая железнодорожные, автомобильные, ну, автобусные сообщения, речной транспорт и авиасообщение. В повестке заседания из 12 вопросов, пожалуй, самым актуальным стал пункт по изменению пенсионного возраста. Народные избранники округа с заботой о северянах внесли поправки в региональные законы. Введение новой категории граждан, которые не получают пенсию по старости и имеют право на поддержку из местного бюджета при наличии определенного возраста или стажа. Решение, которое поддержит югорчан. Новый закон касается мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Стаж работы в районах Крайнего Севера позволит получать льготы и социальные гарантии уже в предпенсионном возрасте с 55 и 50 лет соответственно. Ну, к примеру, если вот будет планироваться, что кто-то должен при достижении, например, 55 лет, в феврале будущего года, потому что срок действия этого закона с 1 января 2019 года, должен выходить на пенсию. По предполагаемой реформе этот человек должен будет доработать еще полгода дополнительно. То есть предполагается, что он пойдет на пенсию не с 1 февраля, а с 1 октября. Но вот все эти льготы и все пособия на него будут распространяться уже с 1 февраля, когда бы вот он, мягко говоря, по старой системе пошел на пенсию. По окружному закону люди в предпенсионном возрасте будут получать все положенные льготы. Таким образом, внеплановое 20-е заседание Думы Югры 6-го созыва дало позитивный старт всей осенней парламентской сессии. Ольга Нахаева, Сургут, Интерновости.